Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где вы можете получить ответ на практически любой вопрос и улучшить все сферы своей жизни. Ну, а также исполнить любое, даже самое заветное желание и невероятное желание. Плейлист исполнения желаний вам в помощь. Ну, сегодня хочу посмотреть для вас. Все вы знаете, что я привязываю Таро к закону притяжения, к силе мысли, по той простой причине, что Таро показывает мироздание, ну а сила мысли и закон притяжения – это вселенские законы, которые тоже являются мирозданием. Мы эти законы верим, мы в них не верим. Хотим мы это принимать или нет, они существуют. И если, например, в повседневной жизни иногда что-то делается и можно уйти от закона, то от этих законов вы уйти не можете. Они работают независимо ни от чего. Поэтому что излучаем, то и привлекаем. Посмотрю сейчас, что же сегодня хочет вам сказать ваш внутренний ребенок. Три позиции будет. Не знаю, обычно делаю четыре, а сейчас вот вдруг сказала три. Значит, будет три. Три позиции, и по каждой позиции я расскажу, что увижу. Поэтому сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, улыбнитесь. И я посмотрю, что же хочет вам сказать ваш внутренний ребенок вот прямо сейчас. Вы готовы? Как я сказала в начале, три позиции. Если мне будет что-то непонятно, буду докладывать карты. Ну, вы все уже знаете, что я и по одной карте могу рассказать. Ну, вы готовы? Выбирайте вашу позицию по номерам, по картам, хоть они... Рубашечки выглядят одинаково. А я начинаю с первой позиции. Что же хочет сказать вам ваш внутренний ребенок сегодня? Сегодня ваш внутренний ребенок хочет вам сказать, что ваша жизнь может быть намного более интересной и чувственной, если вы откроетесь. Если вы не будете зажиматься, зажимать. Вот знаете, я чувствую вот тех, кто выбрал первую позицию, я чувствую у вас вот какое-то, знаете, вы почему-то себя все время одергиваете. Вот ваш внутренний ребенок и говорит, что никогда себя не одергивайте. Если ляпаете, ляпайте с уверенностью. И не важно, кому это понравится, кому это не понравится. Также для тех, кто в поиске или в ожидании своей второй половинки, это для девочек, потому что это мальчик, это мужчина. Вокруг, возле вас есть мужчина, очень нежный, очень ласковый. Он нежный, ласковый, заботливый и ответственный. Откройте глаза и примите. И как только вы его увидите и познакомитесь с ним, приглядитесь к нему, вашему внутреннему ребенку, он понравится. Вторая позиция. Что же хочет сказать ваш внутренний ребенок вам прямо сейчас? Ваш внутренний ребенок хочет сказать вам, что в ваших руках сделать прорыв, что вы уже готовы для быстрого продвижения вперед. Тут я в основном вижу материальную часть, именно сферу финансов. И
при логических правильных действиях, которые не будут включать в себя, у меня в голове столько мыслей, простите, я пытаюсь все это упорядочить, которые не будут противоречить вашему внутреннему ребенку. Это имеется в виду, что это будет на благо вам. Ведь ваш внутренний ребенок – это ваша душа и ваша интуиция, и ваше подсознание. И вот ваше подсознание говорит, что делайте все аналитически и по ощущениям. Когда вы задаете себе или кому-то какой-то вопрос, у вас сразу после того, как вы задали вопрос, есть мысли или какие-то ощущения. Так вот, ваш внутренний ребенок говорит, что при правильных ощущениях, именно комфортных, по той простой причине, что вы, когда задаете сами себе вопрос, вы можете научиться понимать, что же вы ощущаете при этом вопросе. И поняв это, и действуя правильно, у вас произойдет прорыв именно в сторону улучшения вашего финансового положения. Это вторая позиция. Еще никак голос не придет в норму. Ну и третья позиция. Что же хочет вам сказать ваш внутренний ребенок сегодня? По третьей позиции ваш внутренний ребенок говорит вам, что закончите все дела из прошлого, прежде чем начинать что-то новое. Не оставляйте нерешенными, не оставляйте дела и ситуации, знаете, как в повисшем состоянии. По той простой причине, что когда у вас есть незавершенное что-то, вы не можете концентрироваться на чем-то новом в полную силу. Поэтому получается разбазаривание энергии, и в результате или вообще нет результатов, или результаты настолько мизерные, что вам кажется, что ничего не работает для вас, что по какой-то причине, знаете, я даже слышу, кто-то сказал «злой рок». Нет, нет никакого злого рока, просто если вы что-то начинаете, научитесь это доводить до логического конца. И тогда вам будет легче. Если есть какие-то ситуации, которые по какой-то причине невозможно сегодня разрешить, просто отпустите их. И они тогда разрешатся сами собой. И только тогда вы сможете в полную силу работать над настоящим и будущим. Поэтому и еще ваш внутренний ребенок говорит вам, что все, что касается легальных вопросов для тех, кого они интересуют, разрешится самым наилучшим образом для вас, опять же, если вы будете доводить все до логического завершения. И тогда ваш внутренний ребенок будет полностью счастлив. Вот такие советы. На сегодня все. Я благодарю вас за то, что вы со мной, за ваши комментарии, за вашу обратную связь, за ваше доверие. Для меня это бесценно. Увидимся очень скоро. Я люблю вас, мои дорогие. Пока. Пока.